Понимаешь, даже самые плохие люди, ты посмотри на наши школы. Наши школы мы стараемся открывать в самых депрессивных районах, в самых депрессивных городах нашей страны. Курган, Да, Ачинск. да. А почему мы это делаем? Тоже скажи, вот сейчас ты мне скажешь, и мне такие говорят, а нафига там Москва, Питер, все бабки там, надо туда, там нормальные люди, что вы с этими отбросами возитесь? От них толку никакого, им дорога все, в тюрьму там или куда. Так вот мы и возимся, и бьемся здесь только ради этого, чтобы поменьше их туда ехало, а побольше жило и делало нормальные семьи, меняя вокруг себя всю ситуацию. И сколько мне говорят и говорили, нахер тебе эта Московка, зачем тебе этот Омск? Живи в Калифорнии, кайфуй в дорогом районе, где каждые 5 минут полицейский проезжает. Понимаешь? Что, по Московке не каждые 5 минут? У меня в Нефтяниках вообще постоянно есть. У нас, кстати, нет. У нас, если едет полиция, ты ее слышишь за километр. Специально, чтобы все разбежались уже. Понимаешь? Вот так это. Ты слышишь? О, все, пора, короче. И ты еще, знаешь, ты еще можешь там подумать, вернуться. Еще, она все едет, едет где-то, едет, едет. И вот так вот приезжает. Я сторонник наших русских традиций. В наших русских традициях... У меня было и прикурить дай, и так далее. Ты давал прикурить? Ну, давал по-другому. Понимаешь? И там еще что-нибудь спрашивали. И знаешь, и встречал я людей, баранов, которые ходили... И реально, он идет и говорит, кого бы мне зарезать, или еще, ну вот, насмотрелся очень многих людей, и, блин, спору нет, сейчас кто-то может сказать, так поменяй место жительства, да, уедь в богатый район и забудь про них, это тоже не совсем правильно. Короче, тебя не удивляет то, что ты видишь по Ютубу? Нет, меня, знаешь, я не вижу во многих моментах искренности, то есть игра актеров не очень профессиональна, а так, да, набирает просмотры, отлично.